Прием депутата Государственной Думы Вячеслава Фетисова – важная для жителей округа традиция. Сюда люди приходят, когда им не помогли решить их проблемы в других инстанциях. Они уверены, здесь их обязательно услышат и приложат все возможные усилия, чтобы помочь. Каждый прием – это общение с людьми, это их боль, это их переживания, это их жизнь. Ну, конечно, ты через себя пропускаешь, так или иначе. Но мы добиваемся не отписки, а добиваемся реального ответа, чтобы, по крайней мере, было что разъяснить нашим людям, которые приходят за помощью. Александр Михеев возглавляет Островский психоневрологический интернат. Котельная, которая отапливает учреждение, построена в 70-х прошлого века и уже едва справляется с отоплением. Решено построить новую, но вопрос с ее возведением затянулся. В 2017 году принята программа губернаторская, значит, постановление из правительства Московской области. В 2018 году нас в эту программу включили строительство блочно-модульной газовой котельной для нашего учреждения. Ну, вопрос как бы так долго-долго что-то не решается, каждый раз хоть корректировки. Поскольку учреждение находится в областном подчинении и решение вопроса не входит в компетенции муниципалитета, Вячеслав Фетисов пообещал лично обратиться к руководству Подмосковья. Давайте посмотрим, что нам ответит вице-губернатор. Да, я надеюсь, решим вопрос. Ну, короче, будем добиваться, так скажем. После приема Александр Михеев признался, что ни на минут не сомневается, что дело, наконец, сдвинется с мертвой точки. Я уверен, что обращение к депутату Государственной Думы Вячеславу Александровичу дадут плоды. Потому что человек такой слова на ветер не бросает. Жители микрорайона «Римский квартал» Сергей Толстых и Андрей Сычев пришли с целым рядом вопросов, которые передали Вячеславу Фетисову. Но ответы на некоторые из них получили прямо на приеме. Вопрос один интересует насчет школьного автобуса, Алексей Петрович. Это... Школьный автобус поедет с 1 сентября, 93 ребенка. У нас есть сомнения, что дети, особенно дети взрослые, они сейчас могут ездить на рейсовых автобусах, и это более, скажем так, мобильно, они могут выбрать автобус, на котором они поедут. Но школьный автобус с 1 сентября по маршруту мы запустим. Будет. Многие вопросы, с которыми пришли жители Римского квартала, касались развития окружающей инфраструктуры, а потому требуют более глубокого рассмотрения. На этой встрече мы услышали желание депутата Государственной Думы Фетисова Вячеслава Александровича посодействовать решению вопросов. Будем надеяться, что совместно он и глава администрации Ленинского городского округа Алексей Петрович Спасский поможет эти вопросы решить. Депутатские приемы проходят на постоянной основе каждый месяц. И чтобы пообщаться с Вячеславом Фетисовым, необходимо предварительно записаться и рассказать о своей проблеме. Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ.